утро третьего дня, мы в аквапарке. Вот здесь будет клевать все. Красавчик. Вот хапуги, а. Сегодня первый раз буду жарить на лима в панировочных сухарях с маночкой. Нифига там кобыла. Ура! Засадили, Володя, засадили. Вот пока рыбачили, ходили, днем тепло было после обеда. Все, все, поплыло у нас. Не, удочки я потом сейчас с ящиком приду, в ящик все назад. О, все плавает. Короче, кирдык. МЧС вызывать надо, да? Гена правильно сказал. А у нас Геннадий Валентинович. Ё-моё. А у нас Геннадий Валентинович сухо. Да ты чё? Ну. Ну как сухо, полы просто всплыли и все. Что-то где-то мне это виделось уже. Напоминает. Только лица меняются, да? Санки очень удобные. В размер лопаты. А лопата? Лопата-то вообще бомбит. Это лопата размер санок. Стой, давай сюда, давай. Да. Вот не хватает крупного окуня и щуки, да? Решили перезарядить печки, переезжать никуда не будем. Будем плавать также, потому что вариантов нету. Все вокруг, вообще туда километр, туда, короче, все везде в воде. Вообще реально. Вот вещи все вытащили, на снег поставили. Будет здесь на улице находиться. Вот. А плюс, наверное, сегодня было, да? Ну да, плюс здесь, наверное, было днем. В 2019 году на Кантигире у нас была похожая ситуация. В общем, как мы вышли из ситуации? Мы сделали подушку из снега. Накидали снега, утрамбовали это все плотничком. Вот, и за ночь это все подморозилось. Утром переехали, и все было нормально, все окей. Поэтому вариант только один. Сейчас буду делать площадку примерно 3 на 3. Думаю, ночью будет минус, подморозит, и утром переедем. Даст Бог, получится. Вася нам сварил солянку. Василий Викторович, спасибо за ужин тебе. Так вот еще тарелка есть. Да? А зачем? Владимир Яковлевич сделал салат. Малеха. Зимний. Малеха. Нифига себе, малеха. Спасибо, Володенька, за вкусный салат. Правда, мы еще пока не пробовали. Если суховато, можно будет, там у меня еще сметана есть. Ага. Вот. Но, ну, в общем, как вот так вот как-то живем. Вот так вот воды у нас. Все плавает. Так, одни вилки, а где ложки-то? Дама. Я бы только туза дал. Ура! Засадили, Володя, засадили! Вася герой. Герой сегодня. Красавчик. Мы вот решили сходить проверить жерлицы. Вот это мастер. Моя жерлица горит. Одну жерлицу поставил. Одну поставил, да. И уже пятый раз срабатывает. Давай, Геннадий Валентинович, делай вещи. Блин. Сверху, сверху ее бери. Да он сломается. Она, нет, она не примерзшая. Подсекай. Да подожди, я еще. Подсекай. Да не надо подсекать. О, он ходит там. Ходит. Блять, одну жерлицу поставил и то клюет постоянно. Не матерись. А, пик-пик-пик. Это мастерство. Опыт. Сейчас хвостом сейчас полезет. Давайте. Ну, небольшой такой. Ох ты, нихера. Жаренок. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Щука. Вот. А на лим. Ага, щука. Сам ты щука. Поверил? Очередная сработочка. Ну давай, Гена. Ну он и пусть и проверяет. Не-не, Гена, иди вытаскивай. Давай, твой черед. Это все мои, которые горят. Давай, давай, пускай будут твои. Выключай твои. Фонарики. Фонарики. Ага. Это должен крупнее немножко быть. Давай, крупного. Ну, попробуем. Давай, давай, давай. Размотка есть? Есть, так, полная. Да, есть. О, я ждал крупнее. Ой-ой-ой. Волна уже идет. Уже волна идет. Ну, это, ну, немножко больше. Ну не глаза-то не свети мне. Ну такой же. Да нет. Больше, я тебе говорю, ты что, да такой же, что? Намного больше. Надо вырубать его что-то.
утро третьего дня, мы в аквапарке. Да, вот столько у нас воды в палатке. Прямо жесть. Все, сантиметров, наверное, по 6, по 7 воды. Так, ну, самое главное, мы вчера сделали. Вот, все, вокруг палаток все в воде. Геннадий Валентинович вообще на улице всю ночь спал. На столе. На столе, но, говорит, боюсь утонуть. Да, вот между палаток, короче, в такой яме. Но самое главное то, что мы вчера до позднего вечера вот делали снеговую подушку. Вот такая площадка получилась. Кидали снег, носили снег, трамбовали, опять носили, опять трамбовали. И за ночь подморозило. Подморозило. И сейчас опять вот накидываем еще слой, трамбуем и будем переезжать. В общем, вот так вот вышли мы из ситуации. Ночью два налимчика мы сняли около берега, кстати. Сейчас он крайне около берега, флажок горит. А то, что поперек, тишина. Ну, я еще не знаю, что у меня постовухи. Может быть, все 9 постовух сработало. Я говорю, а думали, что возле берега вообще не будет. Оно еще вот, сыграло. Видишь. Вчера так, сегодня так. В общем, надо еще маленько поработать. Снег, сухой снег, дефицит. Фонтанки. Че, Володенька, одеваетесь, да? А ты ноги-то смачивай, смачивай, а то не влазят сапоги. Я смачиваю. Вот это жопа. Все плохо. А нифига, коряжник, короче. О, есть. Кто-то есть. Ну как кто? Есть налимчик. Ну такой нормальный. Ух, какой кабаняка. Тихо. Куда ты собрался, друг? Все, поперек лунки встал. Че? Нормально, джентльмен. Вместе с плетенкой захавал бы и тройник, и живца. Вот так вот мы аккуратненько ему. Оп, и все. Первый сегодня налимчик. Ну, где-то кило 200. Крайняя постовуха осталась. Тоже пусто. Да. Сегодня утро прям печальное. Две сработки, один налимчик. Вчера, конечно, было повеселее. Ну что, сейчас иду к мужикам и ловим окуня. Геннадий Валентинович поклевывает, да, окунек? Прет. Дурнина, подожди, не кидай. Так, такой балансирчик, как у меня, только размер побольше. Бусинки, глазик на. Это у тебя, как у меня. А. Че, Володя, погода свалилась. Пошел снег. Ветрище задул. В общем, идем переставлять палатки, пока не началось. Прогноз погоды сбывается. Раз, два, три. О, поплыла, поплыла. Тихо, тихо, давай здесь снимать потихоньку. Помаленечко, помаленечко. Давай ждем, пока сольется. Все, одну палаточку перенесли. Сейчас Володину смещаем. В общем, смотрите, в таком бассейне мы жили. Вот так. О, нифига здесь центр протаял вообще, блин. Жесть. Ну да. О, сюда можно это, налима запускать. А, Володя? Сюда можно налима запустить. Ну.
Так, ну все, сейчас Володя палатку смещаем, рядышком ставим. Решили выход к выходу сделать. Края слабые, поэтому выход к выходу сделаем. Будет нормально. Вот это поворот. Покажите нам крупного окуня. Вот такой вот красавчик. 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 А если его нет, как он тебя будет брать? Я и Володе говорю, просто надо искать его. Клевать-то он клюет. Как клевать, если он клюет, если его нет? Я че про это же. Хоть бы сошел. Но он хорошенький такой. Да? Такие не сходят. Ну да, кабанчик, однако. Ха-ха-ха. Редкость. Редкость такие. Учи, студент. Володя. Вот здесь будет клевать все. О, такой ништячный. Красавчик. Смотри, Гена, вот поджопник. А я все равно не клюет. Я ближе. Так не делал, я просто для контента. Ох, чуть для контента можно. Просто красивый, очень кадр хочу, да? Красивый, крупным планом. А по привычке, видишь? Как закончился рабочий день? Ну, в принципе, нормально. Нормально? Володя, тебе понравилась сегодня рыбалка? Да, сегодня рыбалка. Нормально. Не, ну могло бы и получше, конечно, но нормально. Ну, это рыбалка, скажем, с обеда до... Ну, да. До скольки? До 4 часов, да? Да, вроде бы до 3. Да, рыбалка до 4 часов. Покажи. Саночки такие. Ракурс сбоку. Здесь еще добавочка. Вот хапуги, а. Вот хапуги, блин. Вот он, могучий рыбак. Володя. Одень шапку, то простынешь. Четвертый день, как живем в аквапарке. Вроде сегодня подморозило все, да? Сегодня вообще замечательно. Хороший минус был. Это вот то место, где у нас стояли палатки. Здесь уже лед. Да. Это остров. Или ты убрал его? Я не убрал, ты что? Я вообще не видел. Все на масло.
Точно. Вот откуда масло-то и берется, да? Че, вам блины с маслом? Не-не-не-не-не. Не, мы лучше так холодненькие. Вот и так здоровье. Вообще здоровье прекрасно. Мы же, блин, не бухаем, отдыхаем. На блинах. Блинчики жарим. Не, пока не надо. А, не, можешь наливать. Вася, не пей, наливай. Ну, половинку. Ну, да, почти полную. Половинку почти полную. Половинку почти полную. Ваше желание исполнилось. Почти полная половинка. Ну, как видел, закинулся. А я налью сам. С Гундаевой. Как мальчик сидит. Что тебе добавки надо? Ну только если капельку. Та такая черпак. Раз-раз потрясла, блядь. Ему в тарелку так каплю. Кап. Тут сидите, блядь. Капельку. Товарищи рыболовы, давайте не хвоста, не чешуи вам. Не-не-не, Володя. Не-не-не, отобью. Чтоб вот эти саночки полные были. Я думаю, что так и будет. Крайний день, погодка. Морозик слегка. Я думаю, сегодня дело будет. Свистулька! Кого, окуня приманиваешь? Ни хера себе! Вот это поворот! Я сейчас перематываю две жерлицы. Вот, и начинаю заниматься перестановкой других жерлиц. Это наш промежуточный улов. Окунишка. Мешки грузили талым окунем, поэтому здесь приличный. Здесь окунь, здесь окунь. Здесь начали только забивать мешок. Ну и налимчики. Нормальные налимчики. Проверил все поставухи. Результат 0. В общем, по убывающей. Первое утро 6 налимов, второе 1, третье ни одного. Как-то так. Коли я пришел, я посмотрю, как ты рыбачишь. Вот так вот. Нечестно ты его поймал. Отпусти такого. Отпусти. Нет. О, кушок такой нормальный. Хорошая кунишка. Херачит. Ну, смотри, окушок-то везде такой нормальный. Окуш не попадался. Оп, сразу. Смотри, видишь, раз и цепанулся. И зашел. Нет, не зашел. Такой нормальный, да? Красавчик. Гидовый. Почти живцовый. Делать страйк. Говори. Может, завтра будет удача. Одни сплошные разочарования. Сегодня первый раз буду жарить налима в панировочных сухарях с маночкой. Не знаю, как получится, но хариус, ленок, прям бомбезно получается. Не знаю, что кого, но выглядит аппетитно. Зажаристо получилось. Теперь режем лучок, обжариваем его и добавляем в рыбу. Лучок тема. Красиво берем и вот сюда вот к рыбке.
Неужели? Вот это Андрюха, вот это позаботился о своих голодных друзьях. Да если не я, вы вообще здесь с голоду все помрете, блин, пока вас не накормишь. Ну ты скажи, что ты еще на лима пожарил. Я как и обещал. Не, ну красавчик, все, красавчик. Все, Василий, давай по стопочке. Андрюха тут такие нам вкусняшки принес. Вот, вот это молодец. Вот Геннадий Валентинович ни разу на лима не ел. Да. Жареного. Ни разу вообще. Давай по стопочку скажешь, что... Вещь, просто вещь. Материться нельзя, не надо материться. Сколько мы на рыбалке ездим, сколько ловим. Первый раз на лима пожарили. Чегин, пойдет? Шикарно. Почти как таймень. Володя. Нет, свеженький. Нормально? Обалденно вообще. Василий. Классно. Ну все, спасибо за добрые слова. Часть жерлиц снял. Поставил ниже, метров за 300. Обновил окуня. Также поставил поперек. Сейчас иду ловить живца. Вот, и потом переставлю вдоль берега еще жерлицы. Сегодня буду рыбачить на балансир Lucky John Finn. Тема рабочая, раньше постоянно на него рыбачил. Ну а сверху такие же обманки, бусинки и имитация мормыша. Ну да. Где живец? Хотя бы штук пяток. Пришел на постовухах поменять живца. А там бонус сидит. Утром проверял, было тихо. Вот, видимо, в течение дня взял там. Ну, такой неплохой. Не меньше киложки. Товарищ. Загулял, загулял. Может быть, сегодня ночью поберет. Завтра утром уже рано нужно. Щука! Офигеть! Щука! Щука была! Щука! Как так-то? Щука взяла нарезанного окуня. Нифига там кобыла! Кобыла там вообще здоровая! Ну как здоровая? Полторуха? Нет, двушка. Тихо, тихо. Успокоитель. И все. Крайний вечерок. Завтра, да, с утра уже домой собираемся. Поужинали. Кушаем, что там кушаем? Персики, да? Как обычно, персики. Да, да. Пьем газировку. Персик? Ну, давайте. Рыбы наловили. Да, как, рыбы наелись, как, наловили. Как хотел сказать, ну, материться не буду. Ну, сколько, 5 кулей талого. 5 мешков талого окуня, да, поймали? Ну, неподъемные. Завтра мы покажем наш улов. Утро 5-го дня. Позавтракали. Пошел проверять жерлиц. Вот по этому ряду вижу 2 загара. Один и... Через 6 жерлиц еще второй загар. Ага, есть контакт. Че, неужели завел? Короче, второй обрыв. Там был обрыв и здесь обрыв, короче. Нет, друзья, смог я все-таки его из коряги вывести. Повезло. Ну-ка, вот она, вот она, намотана. О, и на лимчике вот он, красавчик. Все-таки я тебя смог достать. Умеет узлы вязать. Вот так вот. Ну и заходи. Такой киложка. Примерно киложка. Открой пасть. Даже киложки нет. Опа, а здесь и есть кто-то. Кто-то здесь есть. Такой малец. Прям вообще малец.
Ну что, рассказывай, результат показывай. Ну что, все замечательно. Так, что это у нас? 5. Здесь у нас что, окунь, да? Это окунь, 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 окунь. 5 мешков. Здесь окуня. Окунь, окунь, 5 мешочков окуня. И здесь налимы, щуки, полмешка. Ну, в принципе, нормально, без рыбы не остались. Ну что, на килограмм, наверное, 200, что он? Был бы еще морожен талого. Не, талого реально, просто рублей. Мешки, да, мешки загружали талым окунем, поэтому здесь вес серьезный. Не, все замечательно. Нормально? Но... Самое главное, хорошая компания. Хорошая компания. Погодка снова нас порадовала всеми видами природных условий. И ветер, и дождь, и снег, и солнце, а жара, позгорели вон все. Так что 5 дней и каждый день что-нибудь новенькое. 6 мешков, как всегда. Такси до Дубровки заказывали? Дороже? Как обычно. Показываю место, где мы отдыхали. Мою балаклаву с очками. Все вот в таком порядке. 2 мешка мусора забрали. Спасибо, тайга, а мы домой.